Да, вообще было принято дружить всем соседям, все друг друга знали, и дети, и старшие. И вот как-то идет мой ученик Виктор Михайлович Шухадрев, минуточку переводчик Брежнева, работавший еще с Эйзенхауэром и с Кеннеди, хоронивший Джона Кеннеди. Вот идет, как и все, на угол в магазин покупать до 7 часов, он до 7 тогда продавалась водка. Водку с заместителем директора Ленфильма Александра Маршака, гостем нашего дома. Встречается им Франклин. Он говорит, вы куда торопитесь? Они говорят, да водку купить осталось 20 минут до закрытия. Он говорит, зачем вам водка? Я же собираю элитарные спиртные напитки, говорит он, Франклин. Давайте я вас познакомлю со своей коллекцией. Ну, они, не подозревая недоброго, бросили мысли о магазине и пошли в гости к соседу, думая, что будет, конечно, дегустация. Вот. Минут 40 он показывал всю свою коллекцию. А когда они робко намекнули, магазин тоже закрылся, что он может быть немножко попробовать что-нибудь. Он сказал, ну что вы, здесь только коллекционные варианты. И они ушли, пришли домой, вспомнили эту историю, что они пришли очень злые. Такая была история. Ну что, давайте мы, может быть, пройдем на угол, посмотрим мемориальную доску и, может быть, одну историю расскажем.